Привет, друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Юрий Кот, мы продолжаем играть четвертый Fallout. В прошлой серии мы с вами завалили матку болотников, это была очень жесткая и долгая борьба, но тем не менее у нас получилось это сделать. Я предлагаю сейчас не перемещаться на какие-то другие локации, а побыть где-то здесь, посмотреть. Значит, стройплощадка в Merkwater у нас зачищена, но... Я тут немножко побродил и нашел вот такие вот штуки. Я не знаю, что это такое на самом деле, как локация, она абсолютно никак не определяется. Но здесь есть какая-то дверь. Я предлагаю туда зайти и посмотреть, что мы там найдем. Может быть, это какой-то тайничок. Может быть, туда ведет путь куда-нибудь под землю. Не знаю, давайте посмотрим. Откроем дверь. О, это очень весело. Это очень весело. Что за роботы, блядь, где они вышли? Что за хрень? И почему... О, друзья, это все очень плохо. Вы посмотрите, как он перемещается. Вы только посмотрите, как он перемещается быстро. Давайте возьмем бутылку с коктейлем Молотова и, наверное, какой-нибудь... О, зря я сюда полез, но, тем не менее, если бы не полез, я бы, соответственно, не узнал бы о такой опасности, которая нас там поджидала. Где наш какой-нибудь дробовичок? Ну вот, пистолет... В принципе, неплохая штука. Я не знаю, может быть, снайперку взять? Тяжелый боевой снайперский карабин. Да, давайте возьмем. Значит, сначала я кину эту штучку туда. И попробую сразить тебя на повал вот этой штукой. О, у нас не получается этого сделать, друзья. Совсем. Может быть, гранатку какую-нибудь или что-то в этом роде. Это жесть просто. Дичайшая жесть, друзья. Так, укрепленный снайперский. По-моему, это единственная штука, которая вообще нормальная у меня есть на сейчас. Это пусто. Ракетница. Абсолютно нам никак не поможет. Пистолет Келлога будет очень медленно стрелять, скорее всего. Не знаю, давайте вот эту штуку возьмем. Он пока совсем один. О, он очень медленный, но, в принципе, хорошо поражает цель, друзья. Поэтому, да, давайте, наверное, его поиспользую. Давай, еще немножко осталось. Я надеюсь, ты там не будешь мутировать, как все остальные уроды. Давай, еще чуть-чуть, немножечко же. Все. О, нихрена, друзья. Вы только посмотрите, как он взорвался. Вот это эпик. Так, хорошо, что это у нас вообще такое было? Если мы сейчас подойдем, здесь будет, наверное, немножко радиации, да? Или нет? Ядерный блок. Хорошо, друзья. Ракета, патроны. Ну, как бы все. Больше нам ничего не нужно. Значит, вот такая вот интересная... Я не знаю, что это было. Давайте почитаем вообще, что здесь написано. А, понятно. За этой доброй надписью хорошего ничего не скрывалось. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Есть еще какой-то домик. В общем, я предлагаю в этой серии обследовать активненько все эти болота, посмотреть, что здесь есть интересного. Я надеюсь, что ни на какую мину мы сейчас с вами не нарвемся. А вот ствол, наверное, нужно уже поменять на что-нибудь другое. Полегче и поменьше. Ну вот, на зажигательный, собственно, и поменяем. Если будут какие-то гули, мы сможем с ними справиться, конечно же. Если будет кто-то посерьезнее, мы всегда сможем переключиться. Виски. Какого хрена? Ладно. Одежда, помощь. Вот его сразу, наверное, и возьмем. У нас повысится немножко ментата, изолента. Ну, штука хорошая, конечно, но пока не нужна. Крышки заберем. Бутылка из-под ядер колы. Это нам не интересно совсем-совсем. Что здесь есть еще? В общем, здесь очень много домиков. Давайте в каждый заходить и смотреть, что мы здесь можем найти. Так, ящичек. Кстати, знаете, что меня удивляет, друзья? Я брожу по болотам, обычно это сопровождается радиацией. Но сейчас здесь все нормально. Что это такое? Пасхалочка какая-то. О, вот это эпик. А куда бежать? Куда бежать, друзья? Могу ли я запрыгнуть на эту тачку? Блять, вот так. Я надеюсь, из-за того, что Мишка рядом горит возле машины, я не взорвусь. Я очень на это надеюсь. Куда ты побежал? Карликовый Яогай. О-о-о-о, куда ты подлетел? Дан, что ты с ним такое делаешь, что он прыгает непонятно куда? Так. Ну, я тебе помогу, конечно. Вот так вот издалека. Хорошо, один у нас готов. И есть еще кто-то, да? Там стоит. А кто это у нас там такой стоит? Это не коготь смерти случайно? Давайте посмотрим поближе, что мы там имеем.
Нет, друзья, это тоже Мишка, но он почему-то застрял в доме и не может выйти. В принципе, этот баг нам как будто бы на руку. Все, он у нас тоже сдох. Крышечки возьмем. Что еще здесь есть интересненького? О, чувак, ну ты разлегся на диване, прям как у себя дома. Некрасиво так поступать, конечно. Так, там у нас стоит какой-то поезд, там какие-то вышки, там какой-то бункер. В общем, до хрена в этой локации всего, но, боюсь, мы все не обойдем. Посмотрим сейчас. Так, радиация. Вот я только о ней говорил недавно, и мы нарвались на радиацию. Парик Помпадур. Не знаю, наверное, нам эта хрень не нужна. У нас вроде бы и свои волосы есть, поэтому не вижу никакого смысла брать этот паричок. Что это за ящик был? Нет, пусто, пусто, пусто. Давайте выйдем на сушу. Так, вот этот домик. Мы его еще не обследовали. Посмотрим, что в нем. Я надеюсь, коляски не мина. Нет, маленькая бутылочка с соской всего лишь навсего. Кубики. Да, наверное, здесь жили дети когда-то. Ну, и дети имеются в виду тоже в этом домике. Вместе со своими родителями. Но произошло что-то, из-за чего их не стало. Это печально, друзья. Но такова уж наша жестокая жизнь. Хорошо, здесь тоже ничего нет. Есть собачья будка. Как будто бы все тихо. Никаких собак, никаких яогаев, никаких медведей, крыс, гулей и мутантов. Пока все очень тихо. Знаете, чего я предлагаю? Я предлагаю сейчас подняться вот туда, на тот... на ту горку, на тот холмик, для того, чтобы посмотреть, что у нас есть в вагонах. И пойдем, наверное, потом вот в эту локацию. Я не знаю, что это за локация, она пока у нас еще не открыта. Но по идее, там есть где полазить. Поэтому настоятельно рекомендую туда заглянуть. Сам себе, как вы понимаете. Так, нет, здесь я не смогу залезть. Может быть, вот так я смогу залезть? Да, так я смогу залезть, но... Имеет ли смысл сюда вообще лезть? Крышка всего лишь навсего. Здесь ничего нет. Чего? Это мутант... Камикадзе, блядь. Хорошо. Я вроде бы вовремя свалил оттуда. Больше мутантов никаких нет. Мне кажется, друзья, что этот мутант пришел из того места, куда мы сейчас как раз и направляемся. Для того, чтобы проверить эту теорию, предлагаю пойти и... А, может быть, он вот здесь где-то жил, смотрите. Вот, судя по вот этим вот комкам, органам в сетях, можно догадаться, да? Несложно догадаться, что это сделали мутанты. Хорошо, давайте идти дальше. Я надеюсь, мин на железной дороге нет, потому что будет очень досадно и прискорбно, если мы подорвемся. Есть какая-то вышка. Скорее всего, это какой-нибудь железнодорожный домик. Отсюда следили за направлением поездов. Я не знаю, может быть, регулировали стрелки. Ты чё, поблевать вышел? Да военные деньги. Зачем я их взял? Непонятно. Крышки, крышки, крышки забрали. Так, вокруг пока все тихо. Никого нет. Маленькая фоторамка, картотека. В общем, ничего интересного в этом домике не было. А вот это у нас что такое? Белый рад олень, друзья. У нас есть белый рад олень. И есть рядом еще какой-то олень. Бешеный рад олень. Я надеюсь, что олени не умеют ползать по... О, смотрите, их там целая... Твою мать! Давай, 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 давай! Блядь, залазь. Сейчас мы их поджарим, этих оленят. И все у нас будет хорошо. В общем, да, интересно, девки пляшут. Где вы там? Я вас не вижу, вашу мать. Так, чувак, подвинься мне. Так, все, ты справился. Хорошо, молодец, красавчик. Что мы можем взять в этих оленях? Может быть, есть крышечки? Вряд ли крышечки носят с собой олени. Хреновая затея, на самом деле, друзья. Так, и что же мы нашли? Мы вообще отдалились куда-то в другую степь. И в этом месте мы не были, мы его не открывали. Давайте посмотрим, пойдем на главный вход. Здание стрелков. Это очень интересно, друзья. Почему? Потому что стрелки достаточно хорошие враги. С ними, ну, с некоторыми из них, да, с некоторыми из представителей стрелков не очень-то и легко справиться, в общем-то. Поэтому предлагаю, да, конечно, обязательно мы заглянем вовнутрь и попробуем зачистить это место.
Так, вон у нас стрелок, кстати. Давайте в него жахнем чем-нибудь зажигательным. Давай-ка, выходи, сучка. А, блядь, спрятался. Спрятался, друзья. Он спрятался. Ну, мы сейчас его найдем. О, а там, смотрите, гранатометчик еще ходит. То есть, крепость очень даже неплохо так себе... Куда палить? О, так это даже не гранатомет. Это сраный толстяк, который валит маленькими ядерными бомбами. О, твою мать! Куда она полетела? Чувак, серьезно? Так, вроде бы... Ах ты, сучка, ты такая. Ладно, а что если их обойти с какой-нибудь другой стороны? Например, если я быстренько попытаюсь пробежать... А, давайте, наверное, BDX примем, потому что у нас ручку покалечило немножечко. Попробуем сейчас быстренько пробраться под низом. То есть вне поля зрения этого уродца, который по нам палит. Так, вот как-то так, наверное, да, нам нужно это сделать. Я надеюсь, он не будет сейчас нагибаться вниз и пытаться по нам попасть. Укрытие Пуловски. Есть что-то интересное? Да, есть психа. И как бы и все. Ну что, чуваки, давайте, наверное, я... Блин, а смотрите, как тут все устроено. Нам по-любому нужно обходить это все дело с другой стороны. И он может нас достать при помощи своей ракетной установки. Это не очень хорошо. Твою мать, здорово. О-о-о. Тихо. Сейчас пробежимся сюда. Здание стрелков. Значит, если я нажму, то я попаду вовнутрь. И, естественно, мы не сможем зачистить, да, всех тех, кто здесь находится. Да, вот тихо. Вот так вот. Вот так вот, твою мать. Я надеюсь, что стрелок рядовой не слишком. Гори. Гори, сучка. Да, гори. Гори в аду. Вот так. Ну давай, что ж ты, блядь, заканчиваешься в самом неподходящем месте. Так, у нас там стоит турелька. Ее мы тоже выносим аккуратненько. Есть такое дело. Сохраняемся. В общем, я предлагаю в этой серии зачистить это самое здание, потому что... Так, здорово. Ну давай. Все, отлично. Убили. Ядерная батарейка. Давайте посмотрим, что было у этого хлопца. Так, тут еще вот кто-то прячется. С ножом на меня. Хотя это стрелок-капрал, наверное, его не так уж и легко одолеть. Надо будет сейчас отступать. Давай. Да твою мать, что ж ты заряжаешься так долго? Данс, займись этой сучкой. У него какой-то, я не знаю, это хороший ствол у него? Ну, вернее, оружие. Потому что как-то не очень, да, он дает мне урон какой-то. Да давай, сдохни ты уже, наконец. Есть, порядок, пепелок посыпался. Патрон. А, вот он, этот самый толстяк. То есть у чувака хватило мозгов не палить себе под ноги. И это хорошо. Я бы его, конечно, взял, друзья, но мне просто некуда его пихать. Так, где-то здесь летало какое-то насекомое. Оно улетело? Так. Стимулятор, ядерная батарея. Двери здесь есть? Да, здесь есть двери. Мы можем зайти вовнутрь, ну. Чего? А, еще не все, да? Да давай, куда ж ты, твою мать, бежишь? Сучка. Ладно, сейчас я тебя найду. Наверное, тебя нужно обойти с этой стороны. А какое у них слабое место? Голова, наверное, потому что не очень защищена, да? Ой, чувак, извини, что я тебя поджег. Я надеюсь, тебе похер, да? Ты же в силовой броне. Пусковая установка. Так, еще одного гранатометчика мы, в принципе, вынесли. А поэтому проблем возникнуть не должно после того, как мы войдем вовнутрь. Давайте заходить вовнутрь и смотреть, что это у нас за здание такое. Но для начала предлагаю пожевать стимулятор. Ну или вколоть, что он там делает. Сохраняемся и заходим. Заходим, друзья. Сейчас будем зачищать это здание стрелков. Эти сучки должны знать, кто здесь хозяин на пустошах. Потому что они очень дерзко себя ведут. И эти сучки будут наказаны. Сейчас мы им покажем Армагеддончик.
Так, ну, пока все тихо. По крайней мере, здесь. А вот там, смотрите, друзья, там стоят какие-то установки. Ну, не какие-то, а турельки. Так. А, смотрите, мы можем их, наверное, отключить. Давайте попробуем это сделать. Хотя, в принципе, Данс там уже как бы справляется. В общем-то, неплохо. Так, дружище, давай, наверное, я с тобой... Твою мать. Так. У тебя есть стимулятор, он, конечно же, нам нужен. Турельки ты все вынес, Данс, дружище? Вон там вдалеке есть... кто у нас там есть? Рядовой стрелок. Хорошо. Содружество. Эта дверь ведет наружу, нам это не нужно совсем. Кстати, может тут люк какой-нибудь есть. Но мне кажется, в общем, этот терминал отключает турели. Ладно, можно, в принципе, заходить сюда в середину. Как будто бы никаких плохих вещей происходить не будет. Данс нас прикрывает, это хорошо. Пока он нас прикрывает, мы тут можем немножко полазить и посмотреть. Стимулятор, отлично. Наверху у нас кто-то есть. Тут есть еще второй этаж просто, скорее всего. О, здорово. А вот же ж твоя головушка, неприкрытая, дружище ты мое, ненаглядная. Сейчас мы тебя поджарим как следует. Ну вот это вот, я давно тебя ждал. Кстати, дружище, я по тебе соскучился, таинственный незнакомец. Он давненько нас не посещал и не помогал нам почему-то. Но, тем не менее, он пришел. Он знал, когда нужно это сделать. Крышка, хорошо. Крышка. Так, меточки я вижу, но не вижу пока людей. Теперь вижу. Дружище, я нашел их раньше, чем ты, поэтому давай ты не будешь орать, а просто займешься своим делом. Я тебя таскаю не просто так, ты должен их сейчас всех убить. Мы откроем эту дверь. Ага, эта лестница, наверное, на второй этаж. Хорошо. Походим по этим офисам сначала, пороемся во всех этих шкафчиках, поищем патрончики. Нам это все необходимо, друзья. Все, что является патронами, все нам нужно. Крышка. А, коробка сигар. Техническая документация. Не знаю, наверное, не пригодится. Карандаш. Так, это все не нужно. Бафаут. Бафаут, конечно же, нужен. Так, крышечка. Очень много технической документации. Не знаю, может быть, для какого-то квеста ее нужно собирать, но у меня пока такого задания нет, поэтому я не буду этого делать. Если что, мы всегда сможем быстренько телепортироваться в эту локацию и уже чего-то там продолжить. Давайте попробуем открыть терминал. А, кстати, друзья, я только что увидел мину. Там лежала мина. Ну какого хера? Ну давай тогда я тобой займусь. А, ты уже сдох, да? Оп, вот, про нее я говорил, увидел, говорю, мину и почему-то проигнорировал ее полностью. Куда ты отлетел? Я хочу лут посмотреть, какой у тебя есть. Так, ну, руки мне будет достаточно, в принципе. Твою мать! Хорошо. Заодно и мины пообезвреживали. Где-то наверху кто-то есть. Это 100%. Турельки. Здесь можно взять патроны. Не то, чтобы они нам прям очень сильно нужны, такие патроны, но... Так, обезвредили. Тебя я заметил. Тебя я заметил. Так, давайте снова ковыряться с этим терминалом, потому что, мне кажется, его нужно взломать. Там будет что-то интересное, наверное, об этом месте говорится. А где он? Я его потерял уже, этот терминал. А, вот он. Давайте пробовать еще раз. Так, не подходит. Может быть, вот так? Тоже не подходит. Может быть, вот так? Не подходит. Яйцо. Хорошо. Управление турелями. Ну, в общем-то, о чем я и говорил. Все терминалы привязаны к турелькам, и нам это уже не нужно, потому что все турели у нас уничтожил паладин Данс. Давайте двигаться в ту дверь, на второй этаж, потому что там еще кто-то есть, судя по меткам. Ну, я предлагаю посмотреть, кто это такой. Но нужно быть очень осторожным.
Твою мать, что... А, дробовичок у нас тут стоит, да? В общем, локация полна всяких ловушек, друзья. И нужно очень внимательно следить за минами, потому что... Так, привет. А. Как-то у нас не сразу, да, отобразилось то, что это враг красным цветом. Смотрю, стоит какая-то девчуля, ну и стоит, думал, можно с ней поговорить. Ну, типа там, да, как заложник, работающий на стрелков. Нет, ни хрена, тоже враг. Давайте возьмем какие-то... А вот, кстати, и терминалы. 68-118. Терминал сотрудников сети галактических новостей. Давайте почитаем, наверное, это будет очень интересно. Ненавижу эту работу. Ненавижу эту работу. Да, начальнички, надеюсь, вы это читаете. Мало того, что меня впихнули в самый угол. Мало того, что поставили рядом еще один стол. Мало того, что лампочка моргает целыми днями. Мало того, что стена протекает при каждом намеке на дождь. Мало того, что начальство подсунуло мне иностранного стажера в комнату, где и так нет места. Мало того, что... Ух, ладно. Борис, от тебя воняет. Да, Борис, я сейчас пишу о тебе. Да, я вижу, как ты читаешь мой экран целыми днями. И да, чаще всего я делаю вид, что работаю. Да, ты это читаешь, хотя наверняка даже не знаешь английского языка. Еще раз повторю, от тебя воняет. Ужасная вонь. Ненавижу эту работу. С уважением, сотрудник сети галактических новостей 68. Видимо, я даже имени не заслуживаю. Вот такая вот смешная у нас тут записочка была. Хорошо. Это, наверное, терминал Бориса, судя по всему. Возможно, нет. Привет, Джим. Моя стажировка подходит к концу, и скоро я отправлюсь домой. Я знаю, что ты это прочтешь, потому что, ну, просто ты такой человек. Прости за то, что превратил твою жизнь в кошмар, но надеюсь, мое отсутствие принесет тебе хоть немного радости. Пожалуйста, не забывай, что у тебя есть работа, о которой в моей стране не могут и мечтать, так что тебе грех жаловаться. Я рад, что ты упомянул запах. Все это время я думал, что пахнет от тебя, поэтому я постоянно на тебя оглядывался. ПС. Я отлично умею читать и говорить по-английски, спасибо большое. ПСС. Я специально говорю с сильным акцентом, потому что так я кажусь намного умнее. Удачи тебе по жизни, Борис. Короче, друзья, у нас получился фейл. Оказывается, это не девчуля, а, наверное, какой-то чувак. Или неправильный перевод. В любом случае, два каких-то не очень нормальных чувака сидели в одном офисе. И, в общем-то, у них тут происходили какие-то траблы. Да и хер с ними, давайте двигаться дальше. Так, в это окно мы, естественно, вылезти не можем. Куда здесь вообще можно пойти? Может быть... А, есть еще один терминальчик, 31-й. Давайте почитаем, мне интересно узнать об этом месте. Тухлый бутерброд. Так вот, друзья, откуда исходила вонь. Ха, я засунул свой тухлый бутерброд в стол Джима. Он думает, что воняет от Бориса. Явно слишком редко открывает стол. Бутерброд там уже пару недель лежит. Может сказать ему? Джеральд. Значит, вот у девчулю, за которую мы приняли сначала за девчулю, оказывается, зовут... Джим, да? Или Джек? Ну, как-то так. Короче, это была не девчуля, а нормальный себе такой пацан. Ну что ж, давайте... А, смотрите, тут есть еще лифт. Короче, есть где здесь полазить, друзья. И... Твою мать, их там очень много, друзья. Я не знаю, сейчас будем зачищать. Да, Дан, займись этой сучкой. Горите нахрен, твари. Так, нам нужен стимулятор срочно, потому что без стимулятора я не жилец. Стимулятор. Сохраняшечки. Друзья, там очень много этих ублюдков. Прям все красное полностью. Поэтому пока, наверное, пусть... Ядерколу, кстати, давайте возьмем. А, блять, опять слишком много вещей. В общем, пока Данс там разруливает всю эту обстановочку, я предлагаю заглянуть в эти комнатки, может, тут будет что-то интересное. А там их станет поменьше, и мы уже, конечно же, подключимся. Нужно к этому делу поступать с умом. Так, ты что, всех убил? Какого хрена ты сюда пришел? Давай иди обратно. О, дружище. Я сочувствую тебе. Так, тут никого нет, и тут тоже никого нет. Хорошо. Ты их не потерял, ты просто ленивая жопа, которая не хочет идти воевать туда, куда я тебя послали. Так. Давай, открывайся. О, вот это интересненько уже. Так, вроде бы удалось избежать смерти. Ну да, надо было сначала, наверное, обезвредить вот эту ловушечку, а потом уже все остальное. Так, мед-икс возьмем и баф-аут. Две штучки, отлично. Мин здесь нет, я надеюсь.
Хорошо. Ну давайте использовать бафаут. У нас его до хрена, а чё он без дела валяется? Опаньки. Давайте-ка посмотрим, что мы сможем с ними сделать. Есть ли у нас какие-нибудь гранатки? Очень-очень жаль, что таковых нет. Давайте возьмем пистолет Келлога и раздробим кому-нибудь черепушку. Давненько я из него не стрелял просто, друзья. Хорошо. И еще разочек. Вот так. Отлично. Хороший урон, друзья, у ствола. Просто невероятный. Давай, перезаряжайся. 6 патронов всего осталось, и мы продолжим с тобой есть. Да давай, твою мать, черепушку тебе. Все? Или ты жив? А, у нас патроны закончились. Ладно, берем снова какой-нибудь другой. Вот тебя, наверное, возьмем. Ну что ж ты будешь с ним делать, а? Давай, голова. Хорошо, что у тебя не ракетница, потому что иначе бы я просто тут валялся бы, наверное, уже, да? Давай, блядь, уже размажи эту черепушку тупую. Все, порядок, но ствол мне не нравится, как-то он не очень эффективен. Возьмем, наверное, вот этот ствол. Штука хорошая, кстати. Как всегда, мало патронов, но это пофиг, да, друзья? Главное, что он стреляет. Так, здесь у нас больше ничего нет. Идти здесь некуда. Давайте зачищать все эти самые места. Что мы тут имеем? Очень много там всяких уродцев. Крышка, патрон, боевой дробовик. Так, там турельки нет никакой. Давайте зайдем в эту комнатушку. Смотрите, короче, локация на самом деле очень обширная. Прям очень-очень. Я пока не хочу идти на второй этаж. Я предлагаю зачистить пока первый. Так, крышечки забираем. Сохраняшечки. И идем дальше. Что у нас здесь интересного есть? А? А? Покажитесь, сучки. Все, я вижу. Пока вы не успели по мне стрельнуть, я стрельну по вам. А, как-то не очень хорошо получилось. Перезарядим пистолет. И снова попробуем. Так, ты спрятался у нас, да? Херово, херово. Вот так вот, наверное. Давай. Голова. А, смотрите, друзья, у него генерируется жизнь, и это очень плохо, это очень плохо. И он еще стреляет с какого-то интересного... А, это не он стреляет, там другой. Так, снайпер ко мне в помощь, сейчас мы это все быстро порешаем. Удобный взвинченный, укрепленный снайперский, вот он. Давай, дружище. На тебе, по щам. Данс. Ну убей ты хотя бы одного говнюка какого-нибудь. Ну сколько уже можно-то, а? Ты не сдох еще там, нет? Так, давай с тобой. Блин, а чего они генерируются жизнью? Ведь обычный вроде рядовой какой-то. Может быть наверх подняться, на второй этаж, и тогда я смогу его захреначить. Где-то здесь была лестница. Давайте пойдем по ней. Я просто хотел все постепенно обойти, но как-то не очень получается. Мин здесь нет. Так, тут кто-нибудь живет, чуваки? Крышка. Как-то не очень, да? Крышка. В общем, лестница вела не туда, куда надо. Хреново, друзья. Может быть, сюда нужно пойти? О, здорово, здорово. Твою мать, нихера. Так, нет, дружище, ты даже не думай, тебе это абсолютно ни к чему. Я предлагаю взять... О, что же взять? Нужно взять какой-то пистолет, который быстро стреляет, а не винтовку. Может быть... Может быть, попробовать тебя этим вынести? Я вообще им ни разу не пользовался. По-моему, есть отличная возможность, да? Иди сюда. Иди сюда, сучий потрох, блядь. Давай, я тебя сейчас наваляю тут по щам. Ну, ну. Куда ты пошел? Сюда иди. Короче, как-то не очень эффективно это все работает, да, у нас?
Ладно, я возьму просто обычный ствол и попробую навалять тебе люлей. Вот, наверное, вот его я возьму. Куда ты пошел, сучка? Что, не хочешь так сражаться, да? То есть надел на себя какую-то классную перчатку и думаешь, ты крутой? Иди сюда. Ну? Так. Запрыгнем пока на стол. Далеко ты? Я иду к тебе. Твою мать, ну что ж ты такой настырный тип-то, а? Так, сейчас у нас отгенерируется, значит, это все дело. Где ты делся? Я тебя не вижу. Чувак, где ты делся? Все, тебя завалили, у тебя отпала твоя замечательная перчатка, да, при помощи которой ты хотел меня убить. А вот лута у тебя очень мало. И это хреново, дружище. Так. Ну что ж, идемте зачищать все это дело дальше. Развернуться-то есть где, друзья? Так, так, так. Ну, как обычно, сюда. Ты, кстати, завалил тех мудаков, которые на лестнице были? Потому что смысл тебе возвращаться было ко мне, пока ты не выполнил свое задание. Так, с тобой порядок. Крышка, ядерная батарея. Здесь все тоже хорошо. Так, осмотрим первый этаж. А уже после этого, конечно же, пойдем дальше. У нас снова очень большой вес. Одежда, помощь, бафаут. Берем, хорошо. Давай, иди за мной, говно. А то ты как-то не очень хорошо меня поддерживаешь. Так, здесь все у нас выключено. Мы, конечно, можем поспать, но, наверное, не имеет смысла это делать. А, бутылка ликера. Давайте возьмем. Он, типа, наверное, тоже повышает, да? Вес. Крышка, калибры. Хорошо. Ну, здесь нам делать нечего. Ну что ж, пришло время подняться на второй этаж. Но как будто бы все убиты. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все убиты. Это я погорячился, конечно, друзья. Так, давай, наверное, сюда сваливать. Данс, твою мать. Ты далеко там вообще? Иди сюда. Принимай удар на себя, потому что тут хотят, чего-то от меня хотят. Пам-пам. Парам-пам-пам. Стрелок, ёпта. Как-то я, блядь, с этого пистолета даже попасть по нему не могу. Это все очень грустно. Ну, так вот вроде бы поэффективнее, хоть как-то отнимается. Потому что Ватси он вообще ни о чем, да, друзья? Ну, или мне так показалось. А, еще не все. Так где же вы, блядь, беретесь-то, а? Сохраняемся и идем за тобой. Я иду за тобой. Да что ж ты такой упрямый, а, дружище? Давай, наверное, я в Ватсе тебе впритык сейчас черепушку вынесу. Других вариантов я не вижу. Вот так, вот так. Ну и последний. Ну давай, ты не тупишь, что ж ты ждешь? О, ну да, конечно, он подождет, пока ты перезарядишься. О чем речь? Все. Так, насчет того, что никого не осталось, это я погорячился. На самом деле там еще хватает всяких уродцев. А где упал этот жмот? У него же есть наверняка классная пушка, а я его что-то не вижу. Он, наверное, упал куда-нибудь в текстуры. Именно по этой причине я его не вижу. Ладно. Оставим, пусть валяется. Или вот... А, вот это ты, да, у нас валяешься тут. Хорошо. Хорошо, друзья, давайте заглядывать во все туалеты и возьмем там стимулятор. Если он здесь будет, конечно, но его здесь нет. А, можно зеркала открывать, смотрите. Оказывается. Но тут пусто. Ладно. Снова Steam. Снова сохраняшечки. Ну идемте надирать за... О-о-о, этим ублюдком. Так, попадает, да, по мне? Данс. Твой выход. Я, наверное, возьму какой-нибудь ствол, который там стреляет каким-нибудь лазером. Вот тебя, пожалуй. Все, порядок. Спасибо, Данс. Век буду, не забуду. Что мы тут еще имеем? Здесь есть кто? Хорошо, уже нет.
Отличненько. Так, мы нашли какой-то терминальчик, давайте его откроем. Пока Данс будет прикрывать нашу задницу дерзкую, то мы попробуем открыть это все дело. Управление турелями. Ну, давайте на всякий случай отключим. Вдруг еще что-то где-то осталось. Отключение. Суперски, друзья. Просто супер. Супер классно. Так, что у нас с патронами? Перезарядочка. Найти мы здесь ничего не можем. Ну, стол, стол. Крышки какие-нибудь же должны быть. Стопудово. Так, я по... Тут пропусти меня, ядрить твою налево. Стрелок Капрал. Да давай сдохни уже, куда ты побежал? Хорошо, порядочек, друзья. Я, пожалуй, поковыряюсь в твоем прахе. Сюда мы зашли. Значит, злови здесь больше нечего. Что здесь? Есть какая-то дверь. Замок закрыт как средний. Предлагаю его открыть. Че уж там. 96 шпилек. Кстати, шпилек мы насобирали знатно. Кстати, друзья, хотел бы от... Нихера так. Толстяк. Толстяк это классно. Я буду знать, где он лежит, но взять я его по-прежнему не могу, потому что у меня все очень плохо. Но да, пусть будет. Я надеюсь, что тебя никто не заберет, а ты останешься только для меня. Есть какая-то дверь. Давайте ее откроем. Мне почему-то кажется, друзья, что в таком месте должен быть сейф. Может такое быть или нет? Нет. Не может. Данс, ты жив? Круз. Это, наверное, главный хер, который здесь всем заправляет. И знаете чего? Я вообще никакого урона ему абсолютно не могу принести. Понимаете, что это значит? Это значит, что, чувак, крепыш. А что же тебе взять? Давай, наверное, возьмем стремительный... Ням-ням-ням-ням. Тяжелый... Ну да. Че, других вариантов-то нет, как бы. Куда ты убежал? Иди ко мне. Иди ко мне, я тебе говорю. Дружище. Так. Как будто бы что-то даже попадает. Если это я вообще попал. Стимулятор. Это все заберем. Сохраняшки. Ты у нас походу... А, нет, еще кто-то остался. Он у нас не один. Да что ж такое с этим весом-то, а, друзья? Что ж мне так не везет? Хорошо. Том Круз. Давай в твою головешку. Я прекрасно вижу, где ты сидишь. Ты думал, что ты спрятался, но ты не спрятался. Ты в курсе? Хорошо. Хорошо, давай еще немножечко. Вот так. Смотрите, друзья, у нас все очень даже неплохо получается, как мне кажется. Как будто бы. Главное ему в голову целиться, и все будет хорошо. Давай, давай, давай. Задерживай дыхание. Ладно, давайте в задницу подстрелим. Как-то не очень получилось. Ну ладно. А, нам нужно перезарядиться. Давай, перезаряжайся. Я посмотрю пока, что у нас здесь есть. И, конечно, зайду с тыла. Других вариантов я не вижу. Вот так. В почку тебе куда-нибудь. Все, хорошо. Дружище у нас отстал. Он больше не хочет с нами иметь никаких дел. По причине того, что он тупо мертв. А, коробка со шпильками, конечно же. Коробочка со шпилечками навсегда нужна. Метелка для пыли. Вряд ли этим можно отбиваться. Так, это какие-то у нас тут... О, здорово, здорово, куда пошел? Херово, херово, друзья. Данс, он твой. Вальяжно так пошел, типа, сейчас я тебе надеру задницу, говно. Все, ну вот. А ты боялась, даже платье не порвалось. Что это у нас вообще такое? Это не компьютеры случаем? Крышка. Разводной ключ, не надо, крышка, патроны, все это, конечно же, берем, крышка. Чистить чай средства, это нам не надо. Вот здесь вот возьмем патроны, крышки, хорошо, и бутылка, давайте возьмем бутылку пива. Пивасик нам давно не попадался, но теперь он есть. Так,
Ключ от студии звукозаписи SGN. Наверное, да, какие-то галактические новости, как-то так. Крышка, заряд плазмы, кусочки игуаны. И давайте откроем эту дверь, что мы там найдем. А здесь мы нашли всего лишь навсего туалет. Кстати, какой-то он достаточно большой, как мне кажется, комфортный. В общем, неплохо они здесь обжились. А, вот оно что, мы можем пройти теперь сюда. Это что у нас тут? Пачка сигарет. Хорошо. Ну все, друзья, на втором этаже больше ничего нет, как будто бы. Давайте, наверное, здесь есть вот дверь какая-то. Попробуем выйти. Наверное, она ведет в содружество, да? Да. Ну и сейчас, наверное, прослушаем эту самую запись Круза. Что она нам поведает, что она нам расскажет. Так. Давайте включим запись, посмотрим, что интересного там есть. Она находится, по-моему, в разном, да? Голозапись Круза. Включаем. Looks like the mutants have settled 2 miles north of here, taking over most of the town. They seem to be concentrated in the old Fallon's department store. I let a squad out a couple days ago to clear them out. We were ordered by Captain West to retreat when our squad was ambushed. When we got back, the captain chewed me out in front of the guys and then asked me to see him privately in the old recording studio. After reaming me out for several minutes, he took me off patrol and reassigned me to guard the HQ here. It's just so confusing. I mean, I'll never confront the captain in front of the men, but what is he up to? Why did he order the retreat and then blame me? В общем, как всегда, друзья, обычные записи обычных солдат. Они захватили это место, обжились тут, ну и, в общем-то, жили себе припеваючи, пока не пришли мы и не надрали им задницу. Кстати, вот, собственно, тот лифт, которым мы тоже могли воспользоваться, но нет. Так, чего это там на нас напало опять? Я не понимаю. Данс, ты по какому-то... А! Вот оно что. Еще не все у нас тут, да? Чудо-клей, верстак для создания брони. Ну, в общем, обжились они тут достаточно неплохо, но мы им помешали, в общем, тут пожить. Давайте откроем дверь, посмотрим, куда она ведет. Может, какая-то подсобка или хранилище оружий. Не зря же здесь охранник стоял прям под самой дверью, да? Да, смотрите, друзья, очень даже тут все неплохо. Что мы можем сказать, кстати, по зачистке? Здание стрелков. По всей видимости, мы его полностью не зачистили, но я уже этим займусь, наверное, не для записи, потому что, скорее всего, осталось там где-то, ну, парочка... А, вот, они сами к нам идут. Иди сюда, стрелок, капрал. Сейчас мы займемся твоей задницей. Данс, простите. Очень много лута, кстати. Прям очень много. И здесь же мы можем поспать, друзья, поэтому, скорее всего, здесь я и останусь. Ну, достань свою котелок, свою башку. Вот так. Еще разочек. Ну давай, 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 мой хороший. Сейчас я займусь твоей задницей. Твою мать. Еще чуть-чуть осталось, ну же. Хорошо, последний выстрел, и ты не жилец. Ну... Все, все чисто, друзья. Все чисто. Так, опять бафаут, потому что у нас проблемы, собственно, с весом. Давайте пойдем посмотрим, что у него там валяется, и проверим, зачистили мы все или не все. Опаньки, смотрите, ядерный блок, кстати, что-то я его не сразу увидел. Патрон калибра 45. Да, почему бы и нет, пусть будет. Здесь мы уже были, лифт нам не нужен. Давайте возвращаться, наверное, в ту комнатушку, в которой мы сели. И где-то здесь, наверное, чуть-чуть поживем, подселимся, так сказать. В общем, подвинули мы всех этих красавцев. Я надеюсь, они будут не против.
Так, что по карте у нас? По карте у нас здание стрелков и о том, что мы его зачистили, и этой надписи еще нет. Может быть, этот лифт ведет еще куда-нибудь в подвал. Но, в общем, если там будет что-то интересное, конечно же, я все это дело запишу. Если это будет неинтересно, ну, как мне покажется, то, естественно, записывать я не буду, а продолжим уже в следующей серии в какой-нибудь другой локации, друзья. Если вам понравилась серия, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а пока, друзья, всем до новых встреч и до новых видео.